Друзья, всем привет, с вами Димас, канал Cooks Brother Cooks. И сегодня мы продолжаем заготовку на зиму. Сегодня у нас будет яблочное повидло, но яблочное повидло не по ГОСТу, но опять же, это как бы раньше оно больше использовалось как детское питание. Ну, в частности, как бы я наслышан, потому что в состав ее шел сгущенное молоко. Этим оно становилась более нежная, более так как кремообразная. Ну, естественно, детям ее было более приятно есть. И, естественно, будем использовать яблоки. Вот мы такие яблочки взяли, уже почистили. Вот сердцевинки от кожуры почистили. Яблоки у нас белый налив и грушевка. Используются более такие мясистые, как бы за неимением других. И как бы еще несколько составляющих. Это сахарный песок и вода. Если яблоки у вас более сочные, воды поменьше. Если там более мясистые, чуть больше воды добавляйте. То есть из ингредиентов все, только вот гастроемкость у нас будет использоваться, где мы будем сейчас все готовить. Баночки для закрутки вот у нас присутствуют, то что небольшие, маленькие. Так что приступим сейчас к готовке нашего яблочного пюре или повидла. Ну вот смотрите, мы поставили на большой огонь нашу кастрюльку и высыпаем туда нашу воду. Вода мы промывали, как бы это уже часть воды есть. И все, сейчас до размягчения. В принципе, это буквально должно очень быстро размягчиться до такого почти пюреобразного состояния. Но как бы нам понадобится по-любому блендер, как бы все, чтобы это пробить. Так, сейчас будем все это помешивать и все увидите. Вот, смотрите, яблоки у нас, так сказать, закипело. Емкость у нас, и мы добавим вот полстакана воды. Чтобы они быстрее растомились с водой. Аромат пошел яблочный, хороший. Ну вот смотрите, друзья, мы убавили минимум, сделали огонь, потому что яблочки уже начали у нас распадаться. И мы добавляем полстакана сахара. И еще томим примерно минут 10-15 до почти полного растворения яблок. Друзья, ну смотрите, прошло 15 минут, яблоки почти у нас полностью размягчились. Они мягкие уже, просто не превратились в пюре. Это я томил на медленном огне, потому что вулканчики очень опасные, даже на медленном огне. Из-за этого даже крышку пришлось накрывать, как бы опасное блюдо. Все, пойдем сейчас блендернем. Добавим и будем уже добавлять сгущенку. Ну вот, смотрите, у нас тут все проварилось. Цвет приятный такой, светлый. Не как у повидла, а именно как у детского питания. И как бы нам это нужно этого добиться. И начинаем блендеровать нашу продукцию. Ну вот, мы все пробили через блендер. И сейчас осталось нам сейчас через сито все это протрем. Вот, так что берем емкость, какая вам удобно подходит под сито, под размер. Выливаем содержимое наше все в сито. И все протираем с помощью ложки. Помогаем все содержимое здесь, что есть. Вот смотрите, у нас осталась какая-то часть не разварившихся волокон, но это естественно, любые фруктовые или яблочные волокна, ой, фруктовые или овощные волокна, они есть у любой продукции, так что не стремитесь, чтобы у вас, допустим, полностью все какое-то это переварилось, ну, это съедобное кажется, но как бы хотите, ешьте, хотите, нет, мы это все выкинем. И вот смотрите, получилось очень нежнейшее пюре. Без всяких волокон, без, ну, короче, без мелочи, без косточек, без всего, что осталось. И опять же, переливаем обратно нашу гастроемкость. Как бы по желанию можете помыть, но мы не стали, как бы смысла нет. Смотрите, друзья, все, мы вернулись обратно на наш огонь. Я, опять же, оставил на маленьком огне, дабы избежать больших вулканных действий. Я все-таки как бы опасаюсь с ними, потому что я сколько раз попадал под них, и неприятно очень горячо. Начинают уже это вулканы, так что добавляем полбаночки сгущенки, чтобы у нас не было слишком сладкое все. И все размешиваем здесь.
Можно ложкой, можно блендером, опять же, как вам больше нравится. Просто я знаю, что такой вариант есть. То, что вы будете блендером это забивать, и немножко у вас какой-то вот процесс отсечения будет. Я надеюсь, что у нас сейчас не будет его. И сейчас полностью размешаем, и где-то у нас закипит это все. Опять же, закипит она уже, сейчас закипит через 10 секунд. Но чтобы чуть-чуть прокипело, минут 5-10, дабы сгущенка консервация. И все-таки нужно немножко все прокипело. Цвет стал еще более светлый, такой белый, так сказать, матовый цвет такой. Еще больше стал похож на пюре детское. Запах появился сгущенного молока. Структура приятная, цельная. И цвет очень достаточно хороший получился. И мешаем 5-10 минут в таком же ритме. Друзья, ну вот смотрите, получилась у нас вот такая прикольная штука. Вот такая пюреобразная. Ну реально жидкое пюре похоже, картофельное. Вот. Но это не картофельное пюре, это вот яблочное пюре. Именно такое нежное. Детишкам подойдет. Ну и просто так. Кто любит яблочные вот такие штуки разные. На вкус она кисло-сладкая. Получилось даже больше кислое. Вот, добавили на 1,5 килограмма там буквально 120 сахара и полбаночки сгущенного молока. Потому что сорт яблок был у нас сладкий, грушевка и белый налив. Если у вас более кислые сорта, добавляйте больше сахара и сгущенки. И опять же, это все по вашему вкусу. У нас вот такой рецепт, вы там как любите. Так что все, по баночкам разливаем сейчас. Будем закрывать. Ну вот что у нас получилось, вот такое приятное пюре. Сезонная изготовка, но не только, можно делать в любой момент. Будем пробовать, что у нас получилось. Очень вкусное, приятное, даже на послевкусие. Такой оттеночек яблока и сгущенки получается. Так что вот такой рецепт сделали. Не знаю, вам понравится, не понравится. Главное, чтобы понравилось вашим малышам. Всем приятного аппетита. Лайки, дизлайки, пишите в комментариях обязательно. С вами был Димас, оператор Антон и вся банда Кукс Бразер Хукс. Пока-пока.